Бундестаг стал мишенью киберпреступников. Со вторника неизвестные хакеры пытаются атаковать базу данных парламента Германии. Информация об этом в пятницу появилась в немецких СМИ. И хотя попытки взломать серверы парламента и правительства не редкость, эти атаки, похоже, носят серьезный характер. Так комментирует ситуацию зампредседателя Бундестага Петра Пау. Такой массированной атаки на компьютерную сеть Бундестага до сих пор еще не было. Речь идет о серьезном случае. Атаки хакеров продолжаются. Попытки взломать компьютерную систему парламента почти одновременно обнаружили программисты администрации Бундестага и эксперты Федерального ведомства по охране Конституции. Похоже, что киберпреступники пытаются инфицировать систему вирусом, при помощи которого планируют скопировать секретную информацию. Пока не ясно, в какой степени от хакерской атаки пострадал банк данных. Но в целях безопасности некоторые элементы компьютерной системы Бундестага были временно выключены. В том числе и в парламентской комиссии по расследованию шпионского скандала с участием германской разведслужбы БНД и агентства нацбезопасности США. А в пятницу о случившемся проинформировали немецких депутатов и их аппараты.